участковые уполномоченные полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу совместно с членом общественного совета Захаром Ивановым провели поздравительную акцию «8 марта в каждый дом» в лесном городке. Жительниц поселения поздравили с Международным женским днем, вручили открытки и цветы, а также попросили быть более внимательными с незнакомыми людьми, которые могут оказаться мошенниками.